Все выходные сотрудники Крымского управления ГИБДД патрулировали дороги республики в поисках пьяных водителей. Экипажи постоянно перемещались на разные точки, где останавливали автомобилистов в специальных коридорах. Суть их заключается в том, чтобы за короткий промежуток времени проверить максимальное количество водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В таких коридорах дорожным инспекторам удалось выявить 85 водителей, которые имели признаки опьянения, либо отказались пройти медосвидетельствование. Трое из них были с признаками наркотического опьянения. Подобные нарушения могут грозить серьезными последствиями. Крымская госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а равно как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении пьяного водителя ждет уже уголовная ответственность. Самое строгое наказание предусматривает лишение свободы на 2 года и прав на управление транспортом на 3. Одному из задержанных водителей грозит именно это. Никита Егоров, служба новостей ИТВ.